И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Resident Evil Remake оригинальную GameCube версию в режиме реальное выживание на челлендж Only Knife, только ножом, за Джилл Валентайн. И сейчас мы направляемся с вами в Аквакольцо, да, но может возникнуть проблемка. Из комнаты 002, из ванной комнаты, может выйти зомби. Спокойно, причем он это может сделать. Я надеюсь, он не выйдет. Но зря я надеюсь так, что ему мешает. А мне туда два раза еще бежать придется, когда еще веджолт буду изготавливать. Так, ну давайте шкафы двигать. Отодвигаем шкаф. И спускаемся вниз по лесенке. Вроде пока зомби нет. Пока. Так, и тут у нас, ну, опять эта головоломка с ящиками и мостиком. Ну что ж, в очередной раз давайте ее решать. Хотя сложно это назвать головоломкой, конечно. По-моему, и ребенок поймет, что нужно ящики сбросить в воду. Так, ну, сбрасываем, сбрасываем. Там аквакольцо, там будут нептуны. Хорошо, если они меня не поранят. Это будет замечательно. Если поранят, это будет хуже. Я использую... Мне придется использовать траву, чтобы подлечиться. Ну да ладно, ну да ладно. Да, кстати, растение 42 вроде как не будет, если я приготовлю веджолт за Джилл. Но какие у нас боссы еще останутся? Во-первых, это змея в особняке. Паук? Ну, паук это не босс, нет. Паука не считаем. Тиран. Тиран, вот это да. Тиран-то точно. Это босс. Так, бежим. Бежим в аква... В акваринг. К нептунам. Так, бежим. Сразу бежим. Бежим, 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 бежим. Нептуны, идите к черту. Джилл, давай, беги. Давай, Джилл. Бежим, 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 бежим. Так, отлично. Чисто, чисто пробежал. Да, повезло. Так, спускаемся вниз. Ну и тут... Вот тут головоломка. Можно назвать это, да. Головоломка на скорость. Так, какой клапан открывать на сей раз, игра? Первый. Ну, первый так первый. Так, сперва вот это вот. Здесь активируем. Теперь нужно быстро-быстро... закрыть створки, чтобы вода сюда не просочилась. Иначе будет все затоплено. Так, сейчас надо первый клапан дергать. Так, давай, Джилл, быстрее. Так, отлично. И теперь повторяем. Сперва вот это вот, затем вот это вот. Все. Закрываем створки эти. Теперь спускать воду надо. И
Да, спускаем воду. Все, вода ушла. Теперь бежим в дверь. Вот сюда вот. Да, нам нужно взять ключ от галереи. Нет, жил. Какие патроны к магнуму? Так, открываем двери. Так, и бежим, 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 бежим. Так, Нептун, пошел к черту. Вот здесь большая рыбеха, ее надо ушатать. Так, тянемся к ключу. Толкаем эту штуку вот, воду сбрасываем. И опускаем рычаг. Поджарим рыбку. Спокойно заберем ключ от галереи. Так, слазим. И берем ключ. Да, теперь обратно бежим. Меня больше беспокоит зомби в комнате 002, который может выйти из комнаты, и у меня будут неприятности. Вообще, кинжалы и шокеры теперь на лабораторию надо копить, откладывать. Там будет куча зомби. Так, 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 так. Поднимаемся по лестнице вверх. Открываем дверку. Замечательно. И выходим. Да, теперь надо веджолт приготовить. Так, зомби, я надеюсь, ты сейчас не выйдешь отсюда. Это будет крайне подло с твоей стороны. Нет, он не вышел. Фух. Надеюсь, не выйдет больше никогда. Так, открываем галерею. Выбрасываем ключ. Тут пчелы. Надо инсектицид взять быстро и уничтожать этих пчел. Так, бежим к мужику, которого пчелы просто до смерти сожрали. Закусали просто бедного чувака. Так, и теперь назад бежим. Бежим назад. Давай, Джилл, быстрее. Так, выходим отсюда. Там надо карту взять, осторожно. Главное не заглядывать в дырку. Можно по ошибке случайно заглянуть в эту дырку. Так, все, уничтожаем пчел, травим их. Они вдыхают. Ну а мы теперь можем спокойно, со спокойной совестью, зайти в галерею. Да, можем. Так, ну да, давайте откроем эту дверь. Какие там 3, 5, 6, да? Давайте 3, 6, 5. Нет. Значит, 5, 3, 6. Нет, 5, 6, 3. Нет. Значит, 6. 3. 5. Нет. Значит, 6. 5. 3. Да, 6, 5, 3. Заходим. Вот таким не, ну, простым подбором из этих трех чисел мы подбираем код. Так. Какие там комбинации? 1 плюс 3 равно 4. 4. Так, 1 это вода.
Так, берем сразу банки, набираем воду. 1 плюс 3 равно 4. Дальше что там? 4 плюс 6 равно 10. Вот 6. Набираем. Так, отлично, 10 есть. Так, дальше что? 10, 1 плюс 6 равно 7. Так, набираем 1. Берем еще банку и набираем 6. Так, 10 плюс 7 равно 17. 17 плюс 3 равно 20. И все. И готовый веджолт. Все. Спускаемся в аквакольцо опять. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Надеюсь, ничего такого не будет. Зомби, ты же там посидишь еще? Я на тебя рассчитываю. Сиди там в ванной комнате. Нет, 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 нет. Так, спускаемся. Спускаемся. Да, сейчас сделаем пробежку. Корням 42-го растения. Так, заходим сперва сюда. По лестнице вниз. Так, бежим, 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 бежим вон в те двойные двери. Так, теперь вот сюда. Да, и по лестнице вверх. Вот таким вот способом мы добираемся. И тут у нас есть дверка. Там, где были Нептуны, где мы сможем использовать веджолт на корнях 42-го растения. За Криса будет сложнее. За Криса придется резать как-то это растение. Пока не знаю как. Но, возможно, научусь когда-нибудь. Так, вот уничтожаем корни растения. Минус одна фаза. Выбрасываем банки. Так, и теперь бежим комнату, ну, в галерею, потом будем открывать ключом комнату 003. Бежим той же дорожкой, тем же путем. Другой путь забаррикадирован. Ящики, ну, упали вместе с тем, как вода ушла. Да, и там нам не пройти теперь. Поэтому только так. Так, ну куда? Налево, налево. Теперь опять вверх по лесенке сейчас. Да, я надеюсь, зомби в последний момент не выйдет. Мне последний раз из комнаты 002. Больше мне тут делать нечего. Так то зомби, только попробуй выйди. Конечно, два шокера есть, да, у меня? Два, да, два шокера. Вот их нужно копить, откладывать. На охотников их точно тратить не стоит. Охотников мы так обманем, ну, кого сможем. Так, все, отлично. Зомби там и остался в ванной комнате, значит, я все правильно сделал.
Так, бежим сюда. Берем, сходим за ключом в комнату 003. Кстати, там красная трава есть еще. Хилочку можно будет сделать. Да, и книга у меня с собой. Сразу используем ее, соберем там пазл. Так, заходим. В ванную комнату можно не заходить, там мы ничего не найдем. Пустая абсолютно комната. Так, берем белую книгу, уже не надо, уже знакомы. Так, вставляем красную книгу. Так, это сюда. Это сюда. И это сюда. Отлично. Ну, заходим к 42-му. Сейчас должен, по идее, прийти Берри с огнеметом. И загасить его просто. Да, так и есть. Никакого 42-го заджил нам не будет. Если изготавливаешь Вэд Жолт. Ну, нам же лучше. Так, теперь покидаем это... Да, теперь все, возвращение в особняк. Фу-фу-фу, красная трава. Надо тебя взять, определенно. Плюс одна хилка. Так, убегаем, убегаем. Сейчас Вескер нам встретился. Так, Вескер, все, я возвращаюсь в особняк. Так, что мы будем забирать? Вопрос. Тут у нас одни хилки, да, по-моему? А, лента еще, елки-палки. Да, и куча хилок. Куча-куча хилок. Вот это бы я бы взял с собой сразу. А, ленту. Ленту надо взять. Вот что приоритет. Хорошо, давайте оставим здесь хилки какие-то. Три хилки и рукоятку оставим здесь, потом еще вернемся. Или синюю траву оставить, взять полную. В принципе, одной-то хватит. Так, давайте сохранимся. Так, что мы будем делать? Что мы будем делать? Ну все. Побежали, значит. Значит, потом это остальное заберем. Да, нам надо в кладовку. Определенно. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Так, пробегаем, пробегаем. Так, тут сейчас собаки будут. Первая такая неприятность. Но пошли они к черту, я так подумал. Да, змейки, 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 змейки.
Ах ты сволочь. Черт, отравила, гадина. Отравила. Ну, отравила, так отравила. Ничего не поделать. Пришлось использовать траву зеленую. Синий смесь. Тут сейчас собаки. Тут сейчас собаки. Давайте уберем пока из рук кинжал. Ни в коем случае на собаку тратить вообще не нужно. Так, давай, Джилл, беги. Фух, отлично, чисто убежали. Вот еще один кинжал, кстати. Это хорошо. Но пока он мне не нужен. Так, куда сбежать сперва? Я вот думаю. В кладовку, да, надо по-любому. Надо в кладовку. Так, забегаем сюда. Так, охотники. Да, друг здесь у нас находится. Ну ладно, попробуем бегать сейчас. Так, перезайдем. Я думал, здесь зомби. Ну, коли я их не убил, но нет. Все же тут охотники по-любому. Так, отлично, отлично. Добежали до кладовки. Фух. Ну, что мы будем делать? Спрей, спрей, травы, спрей. Пару трав, думаю, оставить. Сохраниться. Сохраниться надо. Надо сохраниться. Пусть еще раз. Давайте сохранимся. Хотя, в принципе... Хотя нет, еще поиграем. Не буду я пока завершать серию. Так, убираем ленту. Так, сколько с собой взять? Сколько весь... Сколько взять? Я не знаю, сколько взять. Ладно, будем думать, что хватит мне такого количества. Ах ты сволочь! Охотничья тварь! Как ты мне мог по ногам дать? Вообще не туда я побежал, мне на лестницу надо. Черт. Давай, беги быстрее, Джилл, беги быстрее. Фух. Каракатица сраная. Фух. Вот каракатица тупые, а. Так, здесь у нас зеленая травка есть еще. Это радует, бесспорно. Так, открываем дверь. Давайте сначала за батареей сбегаем. Правда, тут не только батареи, тут еще и зомби водятся. Толкаем статую. Прям до упора толкаем. Так, теперь оббегаем правую стенку, нажимаем на кнопку. И быстро-быстро... Так, давай, Джилл. И быстро бежим ставить статую куда нужно. На квадрат помеченный, отмеченный. Он отмечено. Да, толкаем.
Да, успели, нормально. Так, теперь в яму надо прыгать. Прыгать в яму. Да, вот, яму у нас. Прыгаем в яму. Надо сразу взять книгу, не протупить. Да, берем книгу. Можно даже сразу открыть, почему нет. Да что ж ты открываться будешь? Да ёп! Книга тупая. Чё она не хочет открываться, вот скажите. Ну, наконец-то, правильно тыкнул. Медаль орла. Так, дневник мне не нужен, Джордж Тревор. Так, надгробие отодвигаем и в подвал. Там пауки. Но в этом помещении мне ничего не надо брать. Просто бежать от пауков надо. Все, так, теперь зомби. Теперь куда хуже положение. Зомби и синяя трава есть. Ну давайте траву возьмем. Кстати говоря, кинжал еще имеется. Так, а здесь мне вообще питание надо включать. Так, зомби, смогу ли я их обмануть? Смогу ли? Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Поэтому надо что-то другое придумывать. Что бы мне придумать? Нет, кинжал тратить точно не хочу. А, придется. Джилл, ну нафига? Так, зомби. Пошел вон. Да. Блин, вот черт. И кинжал истратил. Да, и протупил. Хорошо, хоть этого финтом обвел. Так, и тут парочка сладкая. Так, а где второй? А, и тут только один. Тут только один. Ну ладно. Вызываем лифт. Да. Печаль, печаль, печаль. Сейчас еще будет зомби. Ничего приятного нету. Которого я точно не хочу. Отвались, сука. Так, быстро берем траву. Куда встаешь, гад? Ах ты черт. Пошел к черту, сука. Фух, блин, а. Так, что мы здесь берем? Шокер берем. Ладно, шокер все-таки пополезнее, чем кинжал. И берем батарею. Теперь выходим. Тут открываем тут дверь. Тут вообще охотники будут сейчас скоро. Так, а может быть...
А я знаю, куда бежать, в принципе, можно. Или не знаю. Давайте сюда. Может быть, вот сюда сбегать сразу? Здесь же никого пока что нету. Пока никого нету, да, надо пользоваться, пока никого нету. Ну что ж, давайте пользоваться. Так, пододвигаем. Пододвигаем эту тумбочку эту. Так, эту коленю. В принципе, у меня есть синяя трава еще, которую я могу смешать с зеленой, если будет места не хватать. Так, берем кинжал. Убираем из рук это, пожалуй. Так, теперь вырубаем свет. Так, красный камень нам сейчас не взять. Тогда давайте желтый возьмем. Который надо тигру вставить еще, между прочим. А вот красный надо другое место вставить. Черт, не успел я. Давай, орел сраный. Вот, я здесь. Так, быстро, быстро, быстро. Берем красный камень. И уматываемся отсюда просто. Рвем отсюда. Можно, кстати, там попробовать. Хотя нет. Хотя нет. Так, так, так. Ладно. Побежали вставлять камень, глаз тигру. Тут сейчас охотники. Охотники. Тут вообще зомби еще до сих пор. Так, сюда нам надо, да, нам надо сюда. Вставляем камень. И берем мод-диск. Нужный нам для хорошей концовки. Выходим, выходим. Вот так вот оббегаем этого чайника. Так, а тут зомби еще, да? Я вот тогда подумал избавиться от ключа сразу. Зачем я кассету эту брал? Избавиться от ключа. Когда я пойду к змее, не знаю. Теперь, в принципе, можно потом, можно сейчас. Можно после подземелья, можно до. Но дверь хочу открыть сейчас. Чтобы как можно скорее избавиться от ключа хотя бы. Пробегаем. На змею я бы сейчас не рискнул идти с одной травой в любом случае. Так, а мы последнюю комнату сходим, закрытую на ключ шлема. Там возьмем шкатулку. А, там еще трава будет.
Да, там не только шкатулка. Вообще нам бы до кладовки добежать. Не знаю, не знаю. А хотя нет, вроде должно хватить места. Я же от ключа сейчас избавлюсь. Куда пойти сначала? В подземелье или к змее? Не знаю. Вот последняя дверь. Открываем, выбрасываем ключ. В принципе, это можно смешать. Так, заходим. Заходим. Там у нас зомби будет одинокий. Такой ходить. Нужно ни в коем случае не напороться на него. На его испуг. Так, берем кинжал. Берем траву. Так, зомби, давай сюда иди. Так, и берем шкатулку быстро. Так, зомби, все, пошел к черту. Так, сразу давайте соберем пазл. Так, вставляем красный камень. И соберем пазл. Надо ключ взять. Так, ну допустим это сюда. Допустим. Это куда? Ну допустим сюда. А это... даже не знаю куда. Не, не похоже. Что-то... Вот эту я не сюда поставил. Может быть это сюда вот. А вот это как-нибудь вот так вот. Да. Так, это сюда. И последний кусок вот сюда. Берем брошь, которая превратилась в ключ. Ленту надо взять еще. Вот здесь вот три штуки ленты. Так, ну сейчас в любом случае надо в кладовку бежать. Хотя сразу, наверное, откроем эту дверь. Так, спускаемся. Сейчас опять мимо охотников. Не, я, наверное, в подземелье схожу сперва. Змею оставлю на потом. Так. Быстро, быстро, быстро. Заходим. За Криса вообще ножом Хантера резать придется. Чтобы Ребекку спасать. Так, и берем здесь металлический объект и шокер. Шокер это хорошо, да.
Так, убираем все из рук. Ну да, сейчас в любом случае в кладовку. Надо убрать лишние вещи. Взять нужные вещи. Так, я надеюсь, меня сейчас не тяпнет Хантер. Хантер, ты же меня не тяпнешь. Правда? Правда. Он отпрыгнул аж, испугался. Так, уберу я медаль. Определенно уберу медаль. Мой диск уберу. Так, ленту соединяем. Зажигалка. Понадобится ли она мне? Подземелье. Что-то я не помню такого. Может, у меня, конечно, с памятью. Так, что мы возьмем из хилок? Хилок. В том-то и дело, что надо как можно меньше брать. Потому что в доме охраны у нас еще есть. А вот металлический объект я бы взял сразу. Так, ладно, давайте сохранимся сейчас. В принципе, можно завершить уже серию. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.